Да, ребята, здорово, здорово, здорово. Здорово, ребята, здорово. Привет всем. Всем добра и позитива. Как дела, ребятки? Как, ребятки? Чё, сарни? Сейчас все расскажу, короче. Короче, братва, последние новости по поводу Арнольда Шварценеггера. Кстати, рекомендую вам подписаться на этот перископ, потому что все новости будут выходить здесь. Сейчас расскажу вам, что я узнал. И что мои ребятки, мафия нашего Дона Симона, короче, что она, какую работу провела. Ребята, смотрите, короче. Арнольд Шварценеггер родился в Австрии, в городе Грац. Там есть музей. Музей Шварценеггера Арнольда. В этом городе живет мой друган. Вот, давным-давно с ним общаемся, зовут его Арслан. Он мне присылал посылки из этого музея, потому что он знает, что я, в принципе, ну, как бы давно фанатею там от Арнольда, там фильмы там смотрю, и вообще он меня как бы воспитал как мужика, условно говоря, там еще в детские времена. Короче, вот, он завтра, ребята, завтра он идет в этот музей, и они договорились о встрече с тренером. Еще с тех времен, с Арнольдом, с тренером, прикиньте. Завтра тренер Шварценеггера, который живет в Австрии, будет звонить Арнольду по мобильному телефону. И все это дело будут записывать на видос. И этот видос пришлют мне. И поэтому вы вот здесь вот там в Инстаграме, там я, подпишитесь на мой Инстаграм, выложу там короткое видео. После этого я, ну, сделаю, короче, большое-большое видео уже на канале. С моими воспоминаниями о лихих 90-х, о том, когда были, помните, первые видеосалоны по рублю, когда вход был. Короче, вот такая тема у меня будет. Вот. И завтра у меня еще, ребята, не знаю, завтра или послезавтра встреча с человеком, который 3 раза встречался со Шварценеггером. Ребята, 3 раза. Прикиньте. Вот. Так что вот такие вот у меня новостя. Да-да, не удивляйтесь, Дон Симон замутил тему, короче. Вот, огромное спасибо хочу сказать вот паблику «Жизнь YouTube». Короче, молодцы, ребята, подхватили эту тему. Вот, помогают мне. Вот, спасибо всем блогерам, которые репостнули себе этот видос. А для того, чтобы Дон Симон, дядя Сережа, встретился с Арнольдом Шварценеггером, ребята, нужно сделать очень простую вещь. Очень простую вещь. Зайти на канал Арнольда Шварценеггера, на Инстаграм Арнольда Шварценеггера и написать английскими буквами, большими или маленькими, хэштег Симонов Арни. Ребята, Симонов Арни. Вот, все ссылки на канал Арнольда и Инстаграм Арнольда есть у меня в крайнем видео в описании. Вот. Попробуем, ребята, я хрен его знаю, что из этого получится. Но если получится, я серьезно, я буду считать себя самым счастливым человеком. Вот так вот. Как вам идейка, ребята, а? Ребята, если идея нравится, плюс поставьте. Классная же идея, ну. Че, прикольная тема. Да, плюсуешь. Спасибо, ребята, спасибо. Вот они мои друзья, дорогие мои товарищи, ребята, которые меня поддерживают. Кто заходил, короче, на Инстаграм Шварценеггера? Я обалдел. Там пипец, короче. Блин, а вы сила, ребята. Я честно говорю, вы сила. Ребята, вы просто сила. Вы даже не представляете, какая это армия добра и позитива. Она обрушилась, короче, на Инстаграм Шварценеггера. Все, короче, видео завалены. Симонов Арни. Встреться с Симоном. Это круто, ребята, очень. Я обалдел. Огромный респект вам вообще просто. Да. Это круто. Ну а почему нет, ребята? Почему нет, правильно? Дядя Сережа поедет в Америку, встретится с дядей Арнольдом. Это же круто. Ну, давайте только доведем это до конца, ребята. Доведем до конца. Не будем расслабляться. Вот. Я считаю, что если мы это доведем до конца, это будет наша победа, наш успех будет, ребята. И мой, и ваш. Короче, вот такая тема. Может, к Сталлоне заедем в гости еще? Такое может быть, ребята, а? Как вы думаете? А что? К Микки Рургу завернем? На чаек, на кофеек, блин. Прикольно, да? Вот так вот. Ну, такая тема. Да.
Да вам респект, ребята, вам респект, да. Вот так. Микки Рурк и телефон есть у меня. А, ну скидывай в чат, сейчас позвоним. Фура приехала, куда разгружать? Да разгружай уже, давай, не мелочись. Ой, куда выдвигаешься? Да, ребят, делишечки, делишечки у меня, делишечки. Да, мотаюсь тут, так сказать, по делам. Сегодня на дачке был, да. Картошку сажал. Да-да, не удивляйтесь. И зелень собирал. Зелень. Где Вика? Вот как раз сейчас поеду, Вику заберу. Вот. Мухаммед Али. Заглянешь. Ну, ребята, к сожалению, Мухаммед отошел в мир иной. Вечная ему память. Пусть земля будет пухом. Легенда. Легенда. Да. Картошку сажал. Да. А чё? Белорусскую. Так, ну что? Так, чё у нас там? Арни, мой дедушка, да. Ну, крутой, блин, Армин. Ну, мне нравится. Феромир со Злагором опять поругались. Да я в курсе. Бизнес с Арнольдом замутишь. Ну, может быть. С Арнольдом Шварценеггером тесно работаешь. Пока еще нет, ребята, мосты наводим. Нужна ваша помощь. Нужна ваша помощь, ребята. Бомбим, короче, Инстаграм Шварценеггера. Бомбим по полной. Дон Симон едет в Америку. Надо встречаться. Ну, Симонелло, здорово, здорово. Здорово. Толян таксует. Не поздно картошку сажать. Ее же копают. А я уже выкопал, ребята. И немножко зелени собрал сегодня. Зелени, ребята. Зелень. Знаете, такая зелень есть. Зеленая. Вот так. Так, ну что там, бабосы. Да, ребята, бабосы. Дядя Сережа работает, неважно. Выходной, проходной. Кстати, с праздничком вас, ребята. С Днем России. Да. Дядя Сережа работает на работе. Вот так. И тебя с праздником, и вас с праздничком, да. Кстати, как вам футбольчик вчера, ребята? Как футболян? Где твой друг Ваномас? Блин, ХЗ, где он там? Чё там? Бомба. Да. Неожиданно. Да, неожиданно. Говно футбол. Да блин, ну реально, почему говно? 1-1, ребята. Счет хороший. Я считаю, нормальный счет. В принципе. Народу никого на улицах. День России. Где все? Где все? Где народные гуляния? Где музыка? Где шарики? Ребята, где праздник? Где праздник, а? Алло. Вообще праздника не ощущается. Кстати, никто не в курсе, салют будет сегодня, не? Братва, салют будут или не будут запускать? Холодрынь такая на улице, вообще пипец, 12 градусов в Москве. Ну, одни алкаши, вызови на Версус Хача. Да, ребят, у меня немножко другая, это, как сказать, специализация, так сказать. Да, другая. Не боитесь? У меня другая специализация, ребята. Я на Версус не вызываю никого. У меня по-другому дела делаются. Чё там? Английский знаешь? Ну, чуть-чуть есть. Серега в зоне сидел, да. Всем по барабану. Привет, привет. Афоня лох. Не, я, кстати, ребята, за Афоньку. Вот в этом споре с чебурашками я за Афоньку. Реально за Афоньку. Машина интересная поехала. Необычная. Я за Афонечку, да. Афончик. Афончик, я за тебя. Ты помнить должен мою доброту. Можешь на нее рассчитывать. Да. Че на ужин? Ребят, макароны буду итальянские делать. Макарошек я охота. Макарошки. Оксимирона слыхал. Ну и че слыхал? Серега, да. Эй, ребятки. А без вас бы ни хрена бы ничего не было, ребят. Серьезно говорю. Ни Арнольда бы, ни хрена бы ничего не было бы. Ни поездки в Америку бы, ничего. Для вас работаю, ребята. Для вас. Будем кайфовать вместе. В Америку поедем, там видосики поснимаем. А вот сегодня Twitch, кстати, был. Ребят, кто у меня был на Твиче сегодня? Плюс поставьте. На Твиче кто был? Быстро признавайтесь. Кто был на моем Твиче сегодня? Быстро говорите.
Быстро! Я был, я, так, плюс, плюс, минус, плюс. Сегодня у нас был гость, Александр Шпак. Шпак. Товарищ Шпак был сегодня. Ясно? Нормальный мужик, вот такой вот я вам скажу. Такой необычный и вообще эрудированный, образованный, начитанный, умный. Шпак, да. Вот такая тема, короче. Блин, такое ощущение, сейчас дождь будет, ребята. О, япона мама. Что происходит, а? Звезда в шоке. Так, Серега, что там? Побори Шварца. Ну, Шварц сила, ребята. Арнольдушка. Хе-хе-хе-хе. Аста ла виста, бэйби. Ха-ха-ха. Он так говорил. Да? Это Мерс нет, ребята, это Бэха. Бэха! Бэха купеха! Да. Вот так тема. Вот тогда. Лацадрица, цаца. Серый, спой нам. Да я хреновый певец, если честно, вообще-то. Боец, да, но не певец. Ну, серьезно? Чё серьезно? Так что, братва, короче, я еще раз говорю, бомбим, короче, бомбим, подчеркиваю, Инстаграм Шварценеггера, его легко найти, и канал Шварценеггера бомбим, чтобы дядя Сережа встретился с Арнольдом Шварценеггером в Америке. Дядя Сережа скоро едет в Америку. Встретимся с Арнольдушкой. Да. Каких ютуберов смотрите? Да, по большому счету, ни хрена я не смотрю ничего. Да. Бабим пукан, дядя Сережа. Че хотел Симон, я здесь. А, красавчик, лично тебе докладываю. Смотри, что нужно сделать для дяди Сережи? Нужно зайти на Инстаграм Арнольда Шварценеггера. Там подтвержденный профиль с галочкой такой, знаешь. Вот. И написать хэштег на английском языке большими или маленькими буквами по барабану. Симонов Арни. В одно слово. Симонов Арни. Все. Твоя задача будет выполнена, миссия твоя исполнена. И тебе хорошо, и дяде Сереже хорошо. Понимаешь? А когда дяде Сереже хорошо, дядя Сережа довольный. Понимаешь? Будет радовать видосиками новыми. И все такое дальше прочее. О! Понимаешь? Понимаешь ты меня или не понимаешь? Понимаешь или не понимаешь меня? А? Вот так. Что нужно, еще раз повтори. Хэштег Симонов Арни на английском языке. Решетка Симонов Арни. Написать везде, где только можно. На канале Арнольда, в комментариях. И на канале, ну, в этом самом, в Инстаграме Шварценеггера. Ссылки на эти каналы есть в крайнем видео, в описании под видео. Так, ну чё, братан? Проезжай, блин, мне проехать надо, блин. Встал на полдороги, блин, ни хрена ты меня не пускаешь никуда, блин. Ну, Серега, остановись. Остановись. Это что за сыр? Что за сыр? Где сыр? Эх вы! Друзья еще называются, а? Симон сошел с ума. Да. Здорово, добряк. Здорово. Не врежься. Да не врежусь я никуда. Да. Будем спамить тегом. Правильно? А чё? Ну? Уричи, что такое уричи? Для чего все это? А что, ребята, ну это мечта моя, реально, вот по факту вам скажу, мечта детства, да, то есть вот
Я не придумываю, я серьезно говорю. То есть я вот вырос на фильмецах Шварценеггера. У меня вся комната была заклеена плакатами, там, календарями разными, значками. Там, ну, было время, ребята. А вот представляете, если я сейчас, вот взрослый человек, реально поеду в Америку и встречусь со Шварценеггером. Представляете себе, нет? Сколько у меня счастья будет, а? Сколько радости вы мне принесете, да, ребята? Это будет круто. Не магия обосрала тебя. Да, ребят, ну, обосрала. Что ж я могу сделать? Я Арнольд, зачем я тебе нужен? Классный комментарий. Ой. А почему, чего? Хищник вышел в 3D. Да. А ведь согласитесь, да, вот Арнольд при всем, там кто-то писал, что он там херовый актер, там спортсмен, там накачанный этот жирный там какой-то такой-сякой. А ведь посмотрите, ведь он все цели, которые он себе ставил в жизни, он добился. Представляете? Вхож в Белый дом. Губернатор Калифорнии. Там неважно какой, но губернатор. Мистер Олимпия несколько раз. Приехал в Америку. Вот она, американская мечта, ребята. Вот так вот. Вот так. Терминатор. Та. Сказка. Арнольд красавчик, я тоже хочу с ним встретиться. Ну, поехали со мной в Америку. Встретимся вместе. Так, здрасте, здрасте, мордасте. Серега, ты пидор? Нет, не пидор. А у тебя ноль. Че ноль у меня? У него бабло. Ну, блин, ребят, так сколько надо было работать, сколько надо было заниматься. Я помню одну историю из жизни Арнольда, когда у него умер отец, а он был в этот момент в Америке, да? А у него умер отец в Австрии. И ему прислали телеграмму, ну, типа, приезжай там на похороны. А у него было выступление на Мистер Олимпии, там, через, там, день-два, там, да. И он не поехал на похороны отца, сказал, что отцу я уже не помогу, а я лучше, ну, типа, в честь отца, короче, выступлю. И он выступил, представляете, победил, вот так вот. Вот, блин, ну, не знаю, вот такой человек он. Ты Симонелла, да, Серега Симонов. Ты тоже терминатор. Ну, хз, блин, терминатор, да. Феромир говнюк. Ну, ребят, с Феромиром я уже говорил там свой комментарий. Че, по кругу опять буду? Опять то же самое рассказывать. Че завтра будешь делать, ребят? Ну, блин, завтра в спортзал поеду с утреца. Когда в Европу? Да, ребята, я на следующей неделе улетаю. Улетаю, когда я улетаю? В среду или в четверг? В среду или в четверг я улетаю. Вот. Так что... Такие дела. Афоню не трогают. Да его никто не трогает. Я наоборот за Афоню. Вот если честно. Сколько от груди жмешь? Ребята, 125 пожал на 3 раза. На 3. 125 килограмм на 3 раза. Пожал, видос есть, скоро выйдет на канале. Но он уже залитый на канале. Открою скоро. О, почему борода, как у монгола? Как кто такой Феромир? Куда улетаешь? Ну, в Европу, вы же спрашивали. Я в Европу еще залечу. Ты итальянец. А чё? Похож? Кто ты такой? Давай, до свидания. Опять троллишь с Феромиром. Так, ребята. Давай по делу вопросы. Возьми в Европу Михалыч. А я видел, он что-то там опять бухает, короче, на стриме, да? Серега, почему Симонов? Ну, хрен знает, потому. Серега, ты узбек, неа. Серьезно, ты кто? Я? Дядя Сережа? Да-да, не удивляйтесь, дядя Сережа. Добрый мэн. О, точно, добрый мэн. В Черноге, блин, я уже, у меня глаза уже за это, ни хрена не читают, блин. С Хованским что? Ничего. Смотрел футбол? Смотрел. По делу. Серега, гоу карни. Так я что? Ребята, я готов, блин, все вместе. Почему Амиран посрался с друзьями? Да я в курсе, я, честно говоря, не знаю. Да из-за денег, я думаю, как всегда, из-за денег. Из-за денег. Из-за чего срутся, ребята, друзья? Из-за чего срутся, друзья? Из-за денег. Потому что где начинаются бабки, заканчивается что? Да-да, не удивляйтесь, дружба. Вот и все. Почему у дяди Сережи мало друзей? Вот ровно потому. Потому что дядя Сережа работает, зарабатывает, а все хотят только дай. И когда ты им говоришь, эй, алло, дружок, с шеи слезай, спина болит, или давай работай, или давай вместе, начинаются обиды,
обидки. Вот и все. Запомните, где начинаются деньги, заканчивается дружба. Или если ты хочешь потерять друга, дай ему взаймы. Ребята, проверено, дяди Сережи, проверено. Проверено временем. Нам пох на хача. Правильно, ребята, все ко мне, все ко мне. Вот она моя мафия добра и позитива. Так, с Днем России тебя и вас тоже. Красиво сказал дядя Сереж. Ну, блин, что? Это жизнь, это жизнь. Житуха. Вызови Толяна на бой. Серега, как относишься к нетрадиционной ориентации? Да вообще по барабану, я не лезу к ним, блин, они ко мне, ну мне вообще похрену, блин, чё, как, кто там. Красиво сформулировал. Матка, правда. Ну а чё, ребят, так оно и есть. Серега, если пацаны правильные, то они могут и делать бизнес, и заниматься деньгами. Но это редкость. Вот, вот ответ твой в этом комментарии. Это редкость, конечно. Это не то, что редкость. Это вообще один... Я вот честно скажу, вот у меня в жизни разные ситуации были, но вот все то, что связано как бы с деньгами, вот серьезно говорю, как устроишь кого-то на работу знакомого, там, или родственника, или друзей там каких-то знакомых, все, пипец. И друга потерял, и работник никакой, еще и врагами остались. Сука, проверено временем, тоже проверено. Поэтому я сейчас вот стараюсь вообще вот таких близких не брать. Нет, не брать. Будет рубрика «Ролик на заказ», как нога просто. Кстати, блин, нога болит пипец, вот серьезно, без шуток говорю, пипец, блин. Я Шилова вспоминаю каждый раз, блин. Ну, уважаю, круто придумал. Вылитый Джонни Депп. Так что с Давидычем? Да хрен знает, не знаю. Что с Давидычем? Ничего хорошего пока. Что с футболом? 1-1 сыграли, что, лечи ногу, да. В какой зал ходишь? Я в два хожу зала, даже в три, наверное. В Gold Gym в основном, в World Class по выходным и в кардиону, если по боксу. Симонов, ты ли это? Да, я, дядь Сережа. А в Черногории на машине когда? Ребята, сейчас не получается у меня на машине, полечу на самолете. Купил билеты. Короче, на машине по времени не могу себе позволить. Все расписано вообще по дням. Короче, дел полно. Ну вот сегодня тоже, по большому счету, выходной день. Сиди дома, там кури бамбук. Нифига, вот мотаюсь тут дела. Сколько отдали за билеты? Блин, сейчас, короче, билеты купил. Купил два билета. Туда-обратно 45 тысяч рублей. До Черногории. Прямой рейс Montenegro Airlines, 45 тысяч рублей, да. Серега, найди машину мне. Какую? Где Вика? Ну, сейчас пойду тоже за ней схожу. Когда в Америку? В Америку 5 июля вылетаем. 5. Серега, когда в Америку? 5 июля, ребята. Поэтому нам нужно с вами до 5 договориться о встрече с Арнольдом. Реально. Вот приду ему скажу. Арнольд, здорово, братан. Руку тебе пожму ему, все, фотку сделаю, видосик сниму, и я пошел дальше. Все. О, так, Серега, что там, что? У нас темно, у нас еще светло. Ты навсегда в Америку. Да не, ребят, не. Я в России. Симонов Арни, только по-английски, ребята. По-английски пишется хэштег Симонов Арни. Симонов Арни, по-английски. Да. Всего 45 туда-обратно. Да, всего 45. На двоих туда-обратно. Симон, английский учишь? Ну так, помаленьку. Тоже на все времени не хватает, нихера. Симонов Арни. А-Р-Н-И. Е убери, а так все правильно. Симонов Арни. Вот, правильно написал человек, да. Very nice, very good. Арни. И с точкой наверху. Симонов дай бит. Вот, ребята, правильно пишут. Симонов Арни, верхний хэштег правильный, да. С кем летишь и с кем летишь? Ну, узнаете все. Там я не... Ну как, вот в Америку один лечу, там много людей у нас будет. Там движняк Аэрофлот, да, Аэрофлот. Аэрофлот, прямой рейс Москва-Лос-Анджелес. Москва-Лос-Анджелес, да. Из Италии видео дождемся. Ребятки, ну дождемся обязательно. Два видоса у меня еще есть, два. Там обзор покупок и еще покатушки там по Италии, короче, тоже есть все.
Да все никак, тут тоже то одна заруба, то с Ферамиром, то с этим, то с тем. Сейчас с Шварценеггером связался, блин. Неугомонная моя душа. Симонов, ты крутой, Симонов в армии, да. С доктором Дредовой встретиться. Вот. Завтра ролик с Италией. Ну, да, может, завтра запустим. Да, что, выходные еще, пока делать нехрена. Сейчас вот этот вышел стрим у меня, там 2 часа, у кого время есть, посмотрите. Там, в принципе, товарищ Шпак очень интересно рассуждает на многие темы, там, по поводу спорт питания, там, тренировок. Зайдите, посмотрите, интересно. Интересно. Ты лучший. Да, хвалите меня, хвалите. Я люблю хорошие комментарии читать. А то все какие-то оскорбления, да, оскорбления. А ведь дядя Сережа хороший ведь, да? Ну, еще бы каких-нибудь звезд там бы хотел увидеть. Да хрен знает, вот Шварценеггера хочу увидеть, вот и все. Ну, цель поставил, не знаю, что из этого получится. Уже написали пресс-секретарю уже Шварценеггера. Ну, там движуха, движуха, да, Серега, подари машину. Всем добра и позитива, что за футбол? Футболка? А это какая-то, блин, классная, кстати, футболка, я не знаю, вот такая вот фирма. Вышитая такая, прикольная, да. Ну, теплая, сегодня с длинным рукавом одел. У меня отец Арни на киностудии работает. Ну, круто, блин. Серега, какую симку для интернета брать в Черногории? Ну, там разные, там 2 этих оператора, по-моему. Т-ком. Я у меня Т-комовская. Т, большая, тире, ком. Вот такую бери. У меня такая. 13 или 12, что ли, евро в месяц стоит. Толян как поживает? Да хз, Серега, инста Шварца забита армией твоей. О, красавчики, да-да-да. Ребята, бомбим, я серьезно говорю, я не шучу. Бомбим по полной. Если вы хотите, чтобы я встретился, я серьезно настроен. Серьезно. Вот просто серьезно. Да. Это будет улетное видео. Такого точно никто не снимал. Понимаете? Приеду. Посидим с ним, так сказать, да? Если получится. Это будет, ну, блин, такого еще никто не делал вообще. Серега, хочу твою машину, блин. Сколько у нас сейчас в машине? 76 человек в машине сидит, прикиньте. Добро шагает по миру. О, правильно, точно. Кричи. Нормально? Даже мужик на улице оглянулся. Извини, извините, извините, я больше так не буду. Ай, блин. Какое авто там на прокат возьмешь? Я не знаю, у меня там люди занимаются всем. Там 2 тачки у нас будет, точно знаю. 2 машины будут у нас, 2. Вот, может, ретро-машинка будет какая-то, не знаю пока. Сразу довольный такой, ага. Где футболку купил? Да, я не знаю, здесь, в Москве, я уж не помню, как магазин называется. Разорви руль. А когда в Риге будешь? Ну, я говорил уже с Ликеем, вот встретимся в Риге, но это, наверное, ребят, ближе к осени. Сейчас вообще, я, короче, вот до августа вообще, короче, даже в России меня не будет. Арни спину повредил, съемки прерывает. Ну, да, понятное дело, блин, в Самаре бывал, когда сходка. Сходка в конце года, ребят, сейчас пока не собираюсь, потому что времени нету. У Серва эпилепсия была какая? Арнольд Дрыщич. Да, да, еще какой. Да, я, кстати, видел видос там крайний на его канале. Там, короче, слон на них напал, видали? Слон напал на это, на Арнольда. Они в машине по сафари что где-то ехали. За ними слон побежал. Я вообще охренел. Да. Серго жилистый, ну да. Вызови Арни на бой, в Америке будет сходка. Ну, будем там, походу, так вот, как бы, точно не знаю, ну, где будем находиться, ребята, пишите, кто в Америке, без проблем встретимся. Без проблем. Симон, привет. Серег, ты мой друг. Ну, вот, и вы мои друзья. Так, ладно, братва, буду я заворачиваться. Надо мне это, пойти в магаз сходить, что ли, тоже. Ты будешь в Сан-Франциско? Да, ребята, буду в Сан-Франциско 3 дня. Мы там дом сняли в Сан-Франциско. Буду, буду, буду. Буду. Чё грустное такое? Ну, чё, нормальный. Американцев уважаешь? Да, я всех уважаю. Как Кафони. Я уже отвечал, ребята, хорошо, Кафони. Все, ребята, чао, пока. Скоро увидимся. Симонов Арни. Пишем, бомбим, бомбим.
канал Арни и этот Инстаграм, короче, его. Все, ребят, чао, пока. Люблю вас всех. Покеда.